ватами, не важно. Маш не залезет в подвал. Ну а что мне теперь? Я вижу. Вот. Я вижу, что хорошо. У нас ничего есть, у нас нет ничего, медикаментов ничего нет. Солнце, мне теперь дома болит. В первую очередь женщины, дети, старики, мужчины. Вы можете пойти и найти воды. Можно воды? Да, можно. Окраины города Лука, все заминировано. Пока весь на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту не удалось провести переговоры, чтобы это было безопасно для мирных граждан. Поверьте мне, я такой же, у меня семья дома, из-за них переживаю. Но, к сожалению, нам пока весь максимально безопасно находиться в городе, в подвалах, в укрытиях и так далее. Куда вы лезете? Куда вы прёте? Тут что, вам, блядь, лавочка раздатная или что? Это ж мяч сейчас играть. Положи. Зачем мяч. Вы это все воруете? Мяч, ради бога. Домой. Люди, просто сплотитесь. Не надо делать панику. Не надо грабить никого. Вы все равно будете тут же жить. Это ваш дом. Зачем вы бьете свои окна, свои, блядь, магазины? А у кого маленький? Сам давай. Да, не плачь. Что не плачь? Что не плачь? Домой хочется, на работу хочется. Город жалко, людей жалко, детей жалко. Он еще маленький.